Гуртоправ Олег Утаев и корреспондент газеты «Комсомолец Калмыкии» Лия Щеглова знакомы давно. Когда бывает Лия Ивановна в Яшкульском районе, обязательно заезжает на стоянку Утаева, интересуется его делами. В минувшем году Олегу присвоено звание лауреата премии имени Ленинского комсомола. Перевыполнены повышенные обязательства к 26-му съезду партии. Успешно прошла зимовка. Всех новорожденных телят удалось сохранить. Это нелегко в условиях суровой калмыцкой степи, но звание лауреата обязывает ко многому.